Добрый день, меня зовут Екатерина. Меня зовут Александра, и мы ведущие дизайнеры студии Una Design. Сегодня мы проведем вам экскурсию по нашей дизайн-студии и ознакомим вас с главными принципами работы над дизайн-проектом. Студия Una Design занимается разработкой не только жилых, но также коммерческих помещений, их комплектацией, авторским надзором, вплоть до самореализации. Наши офисы находятся не только в городе Бишкек, но также в Алматы. Многолетний опыт студии, непрерывное повышение квалификации на международных выставках и конференциях дает нам возможность оставаться в курсе всех последних трендов в области дизайна интерьеров и применять их в каждом своем проекте, что позволяет нашим клиентам получать высокий уровень дизайна интерьеров. Для того, чтобы проект получился в том виде, в котором его увидит заказчик, над ним трудится целая команда специалистов, таких как архитектор, дизайнер, визуализатор, комплектатор и менеджер проекта. Вкладывая в проект многолетний опыт всех специалистов, мы получаем качественный дизайн-проект, готовый к реализации на стройке под присмотром нашего специалиста по авторскому надзору. Во время реализации нам важна не только эстетическая сторона проекта, мы также решаем ряд важных технических вопросов, поэтому мы держим непосредственную связь с нашими подрядчиками и поставщиками материалов. Таким образом, мы можем придерживаться четкому графику и получить необходимый результат. Мы являемся партнерами строительной компании «Авангард Стиль» и разрабатываем дизайн интерьера для шоурума в жилом комплексе «Французский квартал», где каждый из вас может наглядно оценить удобство планировочного решения, а также красивый интерьер, разработанный нашей студией. Работа студии Una Design нацелена на создание не только красивых, но и комфортных интерьеров. И мы рады, что на протяжении многих лет нам удается держать высокий уровень наших проектов. Это подтверждается десятками реализованных проектов и высоким уровнем доверия наших клиентов и партнеров. Познакомиться с нами, а также нашими работами вы можете, посетив нашу студию в бизнес-центре «Максимум Плюс», а также на нашем сайте и в социальных сетях. Продолжайте следить за выпусками передачи про «Авангард» и будьте в курсе всех самых последних событий в области ремонта, строительства, а также интерьеров. До новых встреч!